Вот вторая часть видео. Здесь мы возьмем другой исходник и другой пример, тоже с сайта Татьяны Трофимовой. По сути, хоть фотографии и совсем другие, по сути, вся тонировка сводится к тем же самым трем этапам. Первое – это завышение точки черного. Второе – это цвет кожи. Ну и дальше ретушь. Ну вот, точку черного я приподнял. Эта часть видео у меня тоже ускорена. То есть, чтобы не затягивать процесс. Вот я поднял точку черного. Теперь дело за цветом кожи. Так, немножко не туда. Не на той фотографии это делаю, вот на этой. Инструмент Selective Color. Опять же, я добавляю в красном канале красного. И в желтом канале убираю желтый цвет. Вот. Так как у нас сейчас перекрасился фон, я делаю масочку и воздействую только на младенца. Все остальное инструментом Selective Color у нас не трогается. Ну, если внимательно посмотреть, у Татьяны, конечно, хороший объектив, и у нее очень красивая глубина резкости. Мы попробуем сымитировать это на нашей фотографии. Конечно, это будет не так красиво, как у нее, потому что у нее работает оптика, а мы тут попробуем просто сымитировать этот эффект. Ну, более-менее, наверное, будет близко. Так, ну вот сейчас я редактирую выделение. Я хочу отделить деревянный фон от самого объекта, то есть от этой вот катки деревянной с младенцем. Так, вот маскирую руку и сделал масочку. И сейчас применяю размытие. К фону таким образом, чтобы он сзади у нас размылся сильнее, а доски, которые на переднем плане, были более четкие. Ну, естественно, в самом фокусе у нас остается младенец. Вот таким вот образом подогнали, можно сказать, эффект. Получилось что-то близкое. Так, сейчас немножко осветляю я фон для того, чтобы было более-менее похоже на то, что у нас на примере. Чуть-чуть меняю оттенок, опять же инструментом Selective Color. Уже довольно близко. То, что было, то, что стало. Естественно, этап ретуши. Опять же, ничего нового здесь не будет. Разложение на две полосы частот.
Тем, кому не интересно, можете проследовать сразу в конец видео и посмотреть результат. Ничего сложного в этой обработке нет. Все достаточно просто, если знать, что я добавил немножко сепии сверху, чуть-чуть осветлил снимок для того, чтобы более похоже было на тот снимок, который слева. Вот то, что было, то, что стало. Вот вам, пожалуйста, результат. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой видеоурок. Успехов вам в творчестве и до новых встреч!